Проверить свои знания в области экономики смогли студенты различных вузов Казани. На базе Института управления экономики и финансов Казанского университета состоялась городская межвузовская студенческая олимпиада по финансовым рынкам. Она была посвящена 200-летию Карла Маркса. Мы все-таки живем сейчас в цифровой экономике. Дети должны знать, что такое финансы, что такое вообще финансовый рынок. И поэтому я считаю, что эта олимпиада, она просто необходима для студентов. Мы стараемся собрать студентов по профильным специальностям со всего города, сдружить их, показать себя, показать наш институт. Не зажжешь искры, она не появится. Мы попытались ее зажечь, я думаю, у нас это получилось. Олимпиада проводится уже в третий раз, и каждый раз участники отвечают на вопросы с большим интересом. Достаточно интересное событие, такая платформа, на которой можно измерить свои знания и посостязаться с достаточно конкурентными студентами нашего университета. Достаточно простые вопросы о структуре, не о структуре банка, а какие функции выполняет банк, что он собой представляет, кто такие там были трейдеры. И так далее. То есть достаточно легко было, но есть и те глубинные такие вопросы, которые, наверное, мы еще не рассмотрели. Были пару конкурсов, которые, я скажу, что они были немного сложноватые, допустим. Первые, где нужно было находить термины, это было немножечко сложновато. Вторые и третьи, это было полегче. У нас остался интерактивный конкурс про деньги, это было интересно, и мы там заняли первое место. Участие в олимпиаде приняли 8 команд из 5 казанских вузов. После подсчета результатов всех студентов наградили дипломами и памятными подарками. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.